Небо и шум двигателя. 35 лет назад Светлана Капанина вместо парашютной секции записалась в самолетную. Это была нелепая случайность, рассказывает спортсменка. Но именно случай перевернул жизнь Светланы, которая уже тогда женским увлечением предпочитала боевые виды искусства и экстремальные виды спорта. Но сегодня и самолетный спорт адаптирован под женскую аудиторию. Я летаю только на спортивных пилотажных самолетах, но таких больших я не летаю. Я оставляю эту возможность сильному, могучему нашему полу, нашим мужчинам. Светлана Капанина – абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. За свои заслуги вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Историей своих достижений спортсменка поделилась со студентами Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Встреча прошла на базе военно-учебного центра вуза. Таких людей единицы в нашей стране. Это абсолютная гордость. И хотелось бы, чтобы наши ребята равнялись на нее, потому что у наших ребят была цель, чтобы наши ребята шли к этой цели и ее решали. Цель, конечно, и достижение в спорте, достижение в учебе, достижение в семейном каком-то благополучии, ну и главное, конечно, защита Родины. То, чем мы занимаемся, мы хотим, чтобы все наши выпускники были надежными, достойными защитниками своего Отечества. Студент третьего курса Самарского университета Дмитрий Паряев намерен свою жизнь связать с авиастроением. Рассказывает, истории тех, кто в своем деле добился успеха, вдохновляют. Поэтому эта встреча с чемпионкой так важна для студентов, которые только начинают свой путь. Она важна для нас, так как мы являемся авиационным, все-таки аэрокосмическим университетом. И она связана с этим, как бы парашютный спорт и авиация. Чтобы взять для себя пример из ее жизни, как бы, и добиться не меньших успехов, чем она. Перед встречей со студентами для гостей провели экскурсию по военно-учебному центру. Рассказали о достижениях региона в сфере авиационного строительства, о людях, которые внесли большой вклад в авиационную промышленность, и героях, которыми гордится Самарская область. Галина Топилина, Константин Головин. События.